Сейчас вы увидите тест-обзор мини-фары, в которой установлены светодиоды мощностью 3 Вт. Такие светодиоды в Китае очень массовые, их устанавливают куда только ни попадя. Во всевозможные фары, фонарики, светодиодные устройства. Данные светодиоды устанавливают по несколько штук и даже по несколько десятков штук. Размеры и форма светодиодных устройств ограничиваются только фантазией конструктора. Фары с такими светодиодами бывают круглые, квадратные, овальные, прямоугольные, треугольные. И такие фары на Алиэкспресс покупают массово, скупают как горячие пирожки. Вот и мне захотелось пощупать такие фары, вернее 3-ваттные светодиоды. Как говорится, стоит ли шкурка выделки. Ну наконец-то я открою эту коробочку, которая больше похожа на коробку из-под детской игрушки. Сбоку нарисован вариант фары и характеристики. Здесь написано 12 Вт, 1000 люмен и входное напряжение 12 до 80 вольт. А вот и сама мини-фара. В данной фаре установлено 4 3-ваттных светодиода. Хотя я четко помню, что заказывал фару с 3 светодиодами. В ошибки я не верю, и вероятно таким способом продавец пытается задобрить первых покупателей. Такие фары имеют множество вариантов исполнения, и я, как всегда, выбрал вариант с гайкой. Потому что такой вид крепления я считаю более универсальным. Сам корпус фары легко отвинчивается. Несмотря на очень дешевую стоимость, все элементы этой фары сделаны из алюминия. Вместо зеркальных отражателей здесь установлены 4 линзы. Линзы и защитное стекло сделаны как единое целое. Ну и собственно сами светодиоды, мощность каждого из них 3 Вт. То есть 3 Вт умножаем на 4 штуки и получаем заявленных 12 Вт. Как мы видим, светодиоды и драйвер выполнены на одной алюминиевой подложке. И как можно заметить, эта фара не герметична. В центре у нее большая сквозная, ничем не прикрытая дыра. Значит, само стекло с линзами никак не фиксируется и просто ставится на светодиоды. Так что заворачивать крышку нужно аккуратно, чтобы не сорвать голову светодиодом. А сейчас рубрика «Сколько жрет, сколько прет». Значит, с одной стороны мощный блок питания, мощный понижающий стабилизатор и цифровой вольтметр. С другой стороны у нас цифровой мультиметр, который измеряет силу тока до 10 ампер. Подключаем фару и видим, что она потребляет 0,5 ампера. Маловато, однако, будет. Я думал больше. На коробке написано входное напряжение 12 до 80 вольт. А давайте этой фаре жахнем не 13, а, например, 20 вольт. Интересно, повысится сила тока или нет. Итак, крутим крутилочку и видим, что сила тока, наоборот, снижается. Сейчас вольтметр показывает 20 вольт, а сила тока примерно стала 0,3 ампера. И если при 13 вольт мощность фары получала 7 ватт, то при 20 вольтах она получилась 6 ватт. Однако, как мы помним, на коробке написано 12 Вт. То есть китайцы заявили 12 Вт, а по факту она 6-7 Вт. И как это называется по-русски? Правильно, так и называется. А сейчас затестим эту фару в моей самодельной коробке для измерения яркости света. Более подробно про эту коробку смотрите в предыдущих видеороликах. Итак, подключил фару, поднес ее заподлицо к краям коробки. И смотрим максимальные показания прибора. И показания примерно составляют 760 люкс. Также замечу, что фара начинает сильно нагреваться. Итак, эта фара с показаниями 760 люкс занимает 12 место из 13 возможных. То есть предпоследнее. Даже голый светодиод XML без каких-либо отражателей и линз светит гораздо ярче, чем эта фара с 4 светодиодами. То есть светодиод XML показал 1100 люкс, а фара с 4 светодиодами показала 760 люкс. И как говорится, выводы делайте сами. Фара светит не так уж и плохо, как это предполагалось. И в пределах ближнего света очень даже неплохая освещенность. А это линзованный фонарик со светодиодом XML. И конечно по яркости света мини-фара ему ощутимо проигрывает. Итак, сейчас мини-фара, фонарик. Мини-фара, фонарик. Мини-фара. Четыре линзы мини-фары дают более рассеянный свет. Одна линза фонарика дает более сконцентрированный свет. У каждого пучка света есть свои преимущества и недостатки. В мою подопытную пластиковую фару светодиодная фара встала хорошо.
Но, увы, в качестве головного света она не очень подходит. Слишком слабый пучок света. И вообще, я бы не советовал светодиодные фары с 3-ваттными светодиодами использовать в качестве основного головного света. Потому что, как ни крути, светодиоды слабенькие, и они плохо пробивают темноту вдаль. Такие фары с 3-ваттными светодиодами больше подходят для очень рабочего света. То есть буквально то, что вы видите вблизи себя. И чтобы компенсировать слабый свет, китайцы шлепают фары с десятками светодиодов. Со стороны выглядит очень круто. О, сколько много светодиодов, целая люстра. А по факту коэффициент к более мощным светодиодам 1 к 4, 1 к 5. То есть примерно 4-5 3-ваттных светодиодов будут светить как один светодиод XML. Фара поработала минут 10 и довольно сильно нагрелась. Рука, конечно, терпит, однако высокая температура хорошо ощущается. Не думал, что такие слабенькие светодиоды будут так сильно греться. Значит, выводы для этой фары будут такими. Эта фара светит ровно настолько, насколько она стоит. Я ее покупал, по-моему, за 320 рублей. Вот ровно на 320 рублей она и светит. Не нужно ожидать от фары стоимостью 300 рублей хорошего яркого света. Но я не скажу, что свет этой фары совсем уж плохой. В качестве ближнего вспомогательного света очень даже годный. На все фары, что я тут показывал, я оставлю ссылки внизу этого ролика на YouTube на моем канале.